Доброго времени суток, люди добрые, на канале Ирина Пауэрден, любой со мной, мы с вами утром раним, местное время 6 утра, красивенная луна, штат Индиана, козьи тропки, потому что главную дорогу закрыли и надо объезд делать. Ну вот еще, как сказать, одна заморочка к моему дню, и ничего страшного. Такая жизнь дальнобойная, иногда что-то надо делать, чтобы доставку сделать, да? Сейчас темнеет рано, расцветает поздно, и, конечно, это всегда неприятно. Я вчера съехала, вроде бы и не поздно, 6 вечера, но уже такая темень была, как будто 10 вечера. Никак нельзя к этому привыкнуть. Раньше вот съезжаешь, там 8, еще светло, еще солнце на полнеба. Да? Сейчас уже этой привилегии нет. Обычно ночью здесь такие сильно темные. Поэтому, когда зима, то здесь, конечно, не ахти. Это такая проселочная узенькая дорожка. Такая какой-то захолустная. Для траков даже вот за ворот надо брать на вторую линию, потому что ты никогда не завернешь на ней, стоя в своей линии. У нас сегодня полная, огромная такая, красивая, конечно, камера ее не передает во всей красе, так как глаз. Она красивая. Навигатор мемкает, что повороты, он всегда предупреждает, что если крутые повороты. Будет такой необычный ролик для вас. Я вообще не любитель ездить ночью, конечно, но сейчас это неизбежно, потому что, как я и сказала, рано темнеет, рано рассветает. И хочешь, не хочешь, а это нужно делать. С этой дорогой. Змеечка дорога, еще и такая узенькая. Thank you.
сейчас много сбивают косуль на дорогах, потому что, ну, время такое осеннее, и гоняют, конечно, и охота уже сейчас начинается, не знаю, или уже, может, даже и началась. Я буквально на прошлой неделе еду, и за, ну, пару миллиметров я чуть не сбила огромного оленя, красивого, с большими рогами. Я, конечно, резко затормозила, и это, наверное, записало меня на камере. Я хочу даже вот компании позвонить, спросить. Там, когда резко тормозишь, оно у них показывает, что что-то случилось. И наверняка они видели этого оленя красивого. Хорошо, что я не ехала быстро и успела тормознуть. Я прямо еду по лесу какому-то. Красиво сейчас. Опять-таки глазами смотреть. Красиво, камера это все не записывает. Друзья, это будет реально прикольный ролик, конечно. Даже для вас, да, вот так в ночи проехать со мной. Знаете, друзья, это же у меня не заморочка. Я вот даже когда-то раньше, когда хотела стать дальнобойщицей, да, я очень много смотрела роликов, даже как люди там ездят на каких-то Кавказе, там это ужас один. По этим горам. Эти несчастные дальнобойщики. У нас еще в Америке вообще мы отдыхаем, и в плане дорог, в плане условий на дороге. Конечно, я смотрю другие страны, это ужас, как люди зарабатывают какие-то копеечки. Они даже не зарабатывают достойно то, что они делают. У нас в Америке то это вот это, что у меня сейчас, то это даже не заморочка. Это реально просто, ну, да, узенькая дорога. Но это не настолько так плохо, как сравнительно с тем, как люди бывают сталкиваются где-то в других странах с чем-то, да? Все просто познается в сравнении. Сравнение.
за мной какой-то трак ехал, я что-то уже его не вижу. А здесь... А не, едет. Едет, он чуть-чуть отстал от меня. Едет. Дорога как жизнь. Не всегда на ней плохо, да? Когда-то нормально. Когда-то и тяжело, когда-то и большие такие повороты крутые. Где-то нужно остановиться и подумать, на какую сторону тебе пойти, направо или налево, или прямо. Так вот бывает в жизни. Как на дороге. Луна, конечно, сегодня завораживающая, красивая, светила красивая. Что, друзья, спасибо, что со мной провели эти минуты. Просто всегда снимаю днем, а думаю, а сегодня нужно показать. Как иногда я начинаю свой день, я очень рано его начинаю, конечно. Я люблю рано вставать. У нас на Украине говорили всегда, кто рано встает, тому и Бог дает. Вот. Так что, не знаю, я привыкла утром вставать всегда, раненько. Спасибо, что комментируете, ставите лайки. Будьте здоровы и будьте счастливы. До новых встреч в YouTube, друзья.